Готовим творожную запеканку. Берем 500 грамм творога. Сюда же добавляем 45 грамм кукурузного крахмала, 4 желтка, 100 миллилитров молока и 2 столовые ложки меда. Все хорошо перемешиваем. Сюда же добавляем 4 яичных белка, я их заранее взбила, 15 грамм какао. Еще раз все хорошо перемешиваем. Вливаем готовую смесь в форму. Форму я накрыла пергаментной бумагой. Убираем в духовку на 1 час. Шоколадная запеканка готова. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.